Всем здравствуйте, мои хорошие. Сегодня вам покажу, каких козочек вы можете приобрести в нашем хозяйстве. Каждую подробно для вас отсняла, поэтому выбирайте, смотрите, пишите и, конечно, забирайте наших козочек. Ну и, конечно, девочку от ромашки мы также продаем. Ей 7 дней. Сейчас поближе тоже вам ее сниму. У ромашки прекрасные тоже вымя. Она дает много молока. Поэтому обращайтесь за приобретением маленьких козочек. Я вам отвечу. И приезжайте, забирайте. Также доставка тоже обсуждается. Повторюсь. Вот она, дочка ромашки. Видите, как она уже сено кушает. Когда козлята находятся под мамой, то они быстро смотрят, что делает мама, и сами начинают повторять и кушать твердую пищу. Маленьким козлятам уже с 11 дней можно ставить зерносмесь. Дробленое зерно делать, либо покупать дробленку, либо самим. Вот, видите, даже соль и то она кушает. Мамки посмотрела, какая умная. Вот эта девочка, ей 7 дней, она продается. Пошла смотреть, пока мамка в загоне сидит. Мамка. Какая она смелая, обратите внимание. Ей 7 дней, а она подходит смело к чужой козе, к Альпе, да, которую она не знает, где не мама. И, в общем, смотрите, как хорошо кушает, пытается кушать сено. Понять пытается, что же здесь вкусного. Привет. Также вы можете приобрести козочку от нашей первокотки Звездочки. Вот такая вот малышка, ей 2 дня уже. Звездочка, дай сниму твою козочку. Чуть позже я вам ее смогу продать. Еще немножко она побудет под мамкой. Может быть, недельку. Крепнет еще. Вот. По вопросам приобретения также пишите в телеграм-канал. Ссылочка будет под видео. У мамки очень хорошие породные линии, очень хорошее вымя. И я думаю, что дочка, так же как и мамка, унаследует те же качества. Смотрите, она первокотка, а вымя у нее очень даже большое. Дает она прилично молока. Собственно, так же как и матрешка. Это же получается внучка нашей козы-матрешки. Вот такая вот малышка от Звездочки, более близко вам снимаю. Папа у нее чистокровный альпиец, а Звездочка у нас с нубийскими корнями, потому что дедушка у них был лунтик с документами, нубийский козел. Вот, но она, конечно, ушками немножко похожа на нубийцев. Так, папа у нее альпиец. Ей 2 дня пока, напоминаю. Рядышком у нас козочка, тоже от альпийского того же папы, дочка ромашки. В ней больше альпийских кровей, чем вот в этой вот девочке. Ей сегодня 7 дней. Такая вот милашка. Вот Звездочка. Вот видите, какое у нее тоже хорошее вымечко. Большие длинные сосочки, которые подойдут под аппаратную дойку. И хорошо можно будет доить руками, удобно. Доение будет совершаться не щипками, а кулаком. Она первокотка, дает уже больше литра молока за раз. Вот поэтому корни у нее хорошие. Ее девочка, ей 2 дня. Вот, пишите. О приобретении договоримся, о доставке тоже. Ромашка. Вот смотрите, какое у нее хорошее вымечко. Дочка должна наследовать такие же прекрасные молочные формы, как и у ромашки.
Все, давай, отводи, это ей не нравится, она нервничает. Иди, Ромашечка, иди. В общем, продавать будем коз не потому, что мы хотим от них избавиться, а потому что дети уезжают на учебу, а мне достаточно будет 4 коз вполне. Возможно, я даже продам и Альпу. Посмотрю, как она сейчас родит. Просто Альпа еще не была у нас дойной козой, и я не знаю, что из нее получится, поэтому я не спешу ее продавать, чтобы не получилось так, что я не знаю, что я продаю. Мне бы хотелось, чтобы если вы что-то приобретали в моем хозяйстве, вы знали, что и от какой козы у меня продается, чтобы вы не жалели о том, что вы приобрели. И четко вам рассказываю, показываю, какие минусы и плюсы в данной козе. Вот, что происходит с Альпой, я пока не могу вам сказать. Она у нас очень поздно покрылась, почти в 2 года, поэтому она еще не рожала. Как у нее пройдут роды, сколько она будет давать молока. И даже вымечку у нее еще не налилось. Вот даже не знаю, собирается ли она рожать. Посмотрим. Вот она, наша Альпа. Видите, она вроде беременная, а вроде временами не беременная. Я даже не знаю. Смотрю на нее все время и по-разному впечатление складывается. Поэтому, скорее всего, конечно, она беременна, потому что когда она поднимается вверх или еще идет, у нее получаются такие бока. Все равно их видно. Вот. Так должна быть хорошая коза. Она чистокровная, альпийская, с хорошего хозяйства. Но за 2 года я пока не видела от нее ничего, что могло бы меня как-то удивить или привести в какие-то радостные чувства. Поэтому ждем чернику. Напомню, что она недавно родила первокотка. Дает больше 1,5 литра молока за раз утром. Утреннюю дой, у нее такой единственный минус, это небольшой размер сосков. Так молоко вкусное, сладкое. Она стоит более-менее спокойно для первокотки. Козочка хорошая. Безрогая, покладистая, все кушает. И вторая козочка, это ее сестренка. Вот она. Она у нас еще не окатилась. Поэтому можно забрать ее после окота вместе с козлятами, потому что она вот-вот уже начнет. Желательно забирать их в одно хозяйство. За обеих козочек 14 тысяч рублей. Каждая коза в моем хозяйстве была выращена в маленьком возрасте. То есть я их нигде не покупала, за исключением матрешки, а старалась выращивать козочек для себя. Оставляла самых лучших, и поэтому от них должно получиться очень хорошее потомство. По крайней мере, те года, когда я продавала козлят, люди мне присылают только положительные отзывы. Никто еще не жаловался. Вот эта вот козочка у нас альпийская, заанинская. Вот видите, какое у нее тоже большое вымя. Она недавно родила у нас. Для первокотки она дает много молока, 1,5 литра за раз. Но единственный минус, у нее не очень большие сосочки. Вот. Если это вас не особо смущает, то приезжайте, забирайте козочку. Желательно эту продать вместе с ее сестренкой, которая еще пока что не окатилась. За обеих козочек мне бы хотелось получить 14 тысяч. Вот. То есть, потому что у них, видите, не очень удобные сосочки, поэтому как бы цена не очень большая. Так решайте, думайте. Молоко очень сладкое, вкусное. Они только первокоточки, спокойные, все хорошо кушают. В принципе, козочки хорошие. Ну что ж, мои хорошие, выбирайте козочек. Подвожу итоги. Продается в нашем хозяйстве 4 козочки. Из них 2 только недавно, которые родились. Одной 2 дня, другой 7 дней. И 2 козочки, которые взрослые. Одна еще только родила недавно, другая не окатилась. Но, естественно, я буду продавать ее уже после окота, потому что окатиться она должна вот-вот. Поэтому о своих пожеланиях пишите, пожалуйста, в мой телеграм-канал. Еще раз, в очередной раз напоминаю, что ссылка будет в комментариях под этим видео. Я отвечу, и мы с вами уже решим, как чего будем вам
договоримся о всех доставках и о оплате. Все, спасибо. Пока-пока. Пишите.